Дальневосточная уха из кижуча. Здравствуйте, друзья! Вы на канале Кулинарной истории. Сегодня мы будем готовить дальневосточную уху из кижуча. Для этого нам потребуется рыба 700 граммов, картошка 300, морковь 200, лук 200, паприка 1 чайная ложка, соль 1 чайная ложка и перец по вкусу, зелень также по вкусу, 3 лавровых листочка. В кастрюлю я налила 2,5 литра воды. И далее мы будем в кастрюлю погружать овощи, морковь, лук. Посоленную воду я погружаю морковь и погружаю целые 2 луковицы. Следом я отправляю рыбу. Вот смотрите, брюшки, жабры, хвост. Я погрузила рыбу, накрываю крышкой. И рыба варится 20 минут. Хорошо закипит, я немножко убавлю температуру. Прошло 20 минут. Я вынула из кастрюли рыбу, лук и морковь. Процедила бульон. И вот через дуршлаг. И вот он какой у меня наваристый. Чистенький получился. Далее, друзья, я нарезала картофель, порезала морковь, которую вынула из кастрюли, и отправляю все в кастрюлю с кипящим бульоном. Друзья, морковь и картофель активно кипят, и я отправляю филе рыбы, которая отделила от костей. И следом добавляю лавровый лист и паприку. Все покипит еще 3 минуты, и наша уха готова. Ну вот, друзья, какая у нас получилась уха. Посмотрите, бульон какой. Бульон подкрашен паприкой и морковью. Вот сколько рыбы там. Рыбу я люблю крупно, чтобы в кастрюле была. Рыбы много. Вот такая получилась уха. Уху я налила в тарелку. Можно пробовать. Готовьте, друзья, вот такую уху. А я, Людмила, с вами прощаюсь. До новых встреч. Будьте здоровы, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!